Меня пригласили поучаствовать в этом сегодняшнем форуме уже второй раз. И, кстати, могу сказать, что это моя первая поездка после того, как мне государство вернуло паспорт и аннулировало подписку о невыезде после уголовного дела. Я благодарен Мирославу за то, что такой сделал обзор небольшой о ситуации, в частности, в Литве. Я хотел бы немножко вкратце и образование затронуть и ознакомить вас с этим процессом, который непосредственно воочию я познакомился, и как работает наша судебная система. Поделиться вот своими впечатлениями, ну и также рассказать о дальнейших планах дальнейшего развития нашего. Говоря о сохранении русской инфраструктуры вообще в Литве, я как депутат городского совета уже проработал с 2007 года, уже практически беспрерывно, если не брать прошлый год, когда начались все вот эти политические преследования в моем отношении. И за этот промежуток могу сказать, что наши силы все были направлены, чтобы сохранить нашу вот эту русскую инфраструктуру. Это прежде всего детские садики на русском языке, школы. Но, к сожалению, университета не удалось. Могу сказать, что в Литве работал Балтийский русский институт, но власти решили аннулировать лицензию административным способом. И, так сказать, прекратилось образование на русском языке в Литовской республике. Но могу сказать, что за последний год произошли даже и благоприятные изменения в этом отношении. Наш Клопецкий университет, ища свою специализацию, уже международную, наконец-то, вот, понял, что готовить специалистов нужно не только на литовском языке, но и на других языках. Так как у нас уже колледж работает, я не знаю, в 90-х годах на английском языке, никто не мешает там преподавать это и готовить специалистов, то буквально вот в этом учебном году принято решение какие-то специальности уже готовить и на русском языке. Я был приятно удивлен в этом, но вот такие вот подвижки все-таки присутствуют на фоне того, что у нас происходит. И если брать вот ситуацию, то, что вот у вас в Латвии происходит, это, конечно, полнейшее безобразие, когда вот закрываются так беспринципно русские школы, то в данном случае нам немножко помогает все-таки то, что у нас существует и польская община. То есть наступление на школу национальных меньшинств, это уже и затрагивает интересы Польши. Там, если, допустим, у вас была бы община польская, думаю, такого сегодня процессов не было бы у вас, я так думаю. Да. Вот. Что касается школ. Говоря о вообще нашей миссии вот, русских в Литве, может, Прибалтике, конечно, мы полноправные граждане этой страны, мы живем здесь исторически, я, допустим, тоже из потомка староверов, мой род проживает там, с царских времен здесь, и я имею полное право моральное говорить и о исторических аспектах. Меня иногда пытаются поправить, что, мол, едь в Россию, там рассказывай. Я говорю, извините, у меня корни староверческие. Говорю, в каком веке, говорю, приехали в Литву? Там? Вот я могу показать им могилы своих предков. Вот, в конце концов, мой прадед даже служил в Сметоновской армии вот, в свое время. Но, тем не менее. Многие, наверное, эти знаете, что произошло в том году в нашей Литовской республике. Семь Литвы провозгласил год лесного брата командира Адольфа Рабанаускаса Ванагаса. В процессе вот этих так называемых празднований мэр нашего города Клайпеды решил увековечить этого деятеля на бывшем педагогическом институте, где он учился до 1941 года, пока Германия не аннексировала Мемель обратно. На заседании городского совета я решил углубиться, как депутат городского совета, в вопрос вообще, за кого мне предстоит голосовать, вообще, что за деятель, потому что я особо не интересовался, кто он такой. Ну вот, я вот поинтересовался, зашел в интернет и за 20 минут нашел приговор Советского суда Литовской ССР тогда еще 57-го года, где прочитал, что этот деятель, ну, приговор, это не моя, опять же, не мой вымысел какой-то, я цитирую приговор, что только по отчетам подчиненным было убито 500 мирных жителей, а в том районе, где он командовал, было убито около 8 тысяч мирных жителей, взрослых и детей. Ну, узнав такую информацию, конечно, я не мог молчать, и на заседании комитета я задал вопрос, что действительно хотите увековечить этого деятеля в нашем городе. Ну, после этой дискуссии
с определенных элементов прозвучали такие домыслы, что если убивал, то было за что. Конечно, мне тяжело было молчать, вот, и я высказался очень жестко против увековечения этого деятеля в нашем городе, после чего начали буквально через неделю процедура импичмента. Мэр города инициировал в моем отношении за мою такую политическую позицию, то есть как депутат городского совета я выполнял качественно свою работу, углубился в вопрос и высказал свою позицию, задал вопрос. И прокуратура начала досудебное расследование по статье «Оскорбление памяти усопшего». Прокуратура провела обыски у меня в офисе, в машине, изъяли компьютеры, планшеты, там искали там инструкции какие-то, не знаю, с Кремля, там Путину инструкции какие-то давать, что я должен задавать. Ну, в общем, такой вот абсурд тут происходил. Должен сказать, что в процессе импичмента высший административный суд признал, что я действительно нарушил свою присягу, высказав свою позицию. Хотя тот же вот закон запрещает депутату городского совета преследовать за высказывание. То есть в данном случае в моем отношении законность не сработала, скажем так. И я, не дожидаясь и импичмента, за три дня до того, как должны были точку жирную поставить в городском совете, проголосовав, я решил уйти по собственному желанию, потому что знал, чем это заканчивается обычно. У нас был пример Паксоса, когда просто на законодательном уровне запрещали ему дальнейшую карьеру баллотироваться в президенты и все им. А зная то, что это первый прецедент, когда депутаты городского совета проводят импичмент. В лете такого не было еще. То я прекрасно предполагал, что если такие поправки будут, только это именные будут в моем отношении. Но я решил избежать такой судьбы, чему многие политические деятели были очень не рады, что я соскочил с этого вот крючка. Вот. Консерваторы в нашей стране уже готовили поправки уже к этому, но уже поздно уже было. И я принял с комитетом «Титов и справедливость» выборы в городской совет, которые состоялись 3 марта, на котором мы получили 2 мандата, то есть мы даже увеличили в 2 раза количество голосов. Все те партии, которые пытались нас утопить, там, разбавить, скажем так, они не преодолели 4-процентный барьер. И в данном случае наступил вот шок у мэра, у консерваторов, то, что им не удалось выполнить эту миссию, создать, что вот Титов вот такой вот бегает там, клевещет нашего героя. И казалось, что большая часть населения, как минимум 7,14% жителей города, считают точно так же. И, Вячеслав, я очень прошу прощения, то есть немножко вы углубились, конечно, в эту тему, которая очень болезненная, я все понимаю, то есть вы хотите это все дело донести, но, может быть, чуть-чуть покороче и чуть-чуть ближе, в общем-то, все-таки к будущему, взгляд на будущее. Я стараюсь, да. Я стараюсь очень. Спасибо. Очень тема болезненная, просто из меня сделали уголовника по 3 статьям Уголовного кодекса. Это оскорбил память усопшего, зачитав переговор 57-го года. Разжигаю рознь в интернете, делая репосты разных информационных порталах и несу огромную угрозу национальной безопасности нашей страны, делая, распространяя такую информацию группе лиц лесных братьев. Я могу сказать, что Facebook, по нынешним зимам можно и памятник уже поставить, потому что действительно информация очень сильно распространяется. И меня Facebook ни разу не блокировал, так странно. Вот суд признал, что я разжигаю рознь в этом отношении. И по 3 статье я оправдываю советскую агрессию, потому что какой-то Кауновский суд признал Адольфа Романовского Саванагаса, как и лесных братьев, жертвами советского геноцида. Так как я выступаю против, соответственно, поддерживаю советский геноцид. Прокурор требовал год и 8 тюрьмы в моем отношении, но решили уменьшить, так как я отец многодетной семьи малолетней. Первая инстанция назначила штраф 12 тысяч евро, вот последняя апелляция уменьшила на 2, то есть 10 тысяч евро должен заплатить. Вот буквально. Я обратился к людям добрым, вот, и могу сказать, что удалось собрать на штраф и даже на налог 15%. То есть на сегодняшний день составило 11 800 евро. Я спокойно уже это заплачу налог, и это я рассчитываю как дополнительная пощечина этой государственной машине, которая так осудила меня беспрецедентно, несправедливо в этом отношении. Потому что я скажу, приговор абсурд полнейший. Я когда читал обвинение прокурору, я думал, пытался 4 вечера понять, вот в чем меня обвиняют. Действительно, не хватало, там еще крестовые походы тоже на меня повесить, что я тоже виноват в них.
Но тем не менее, меня очень поразило то, что фильтр в виде судебной системы не сработал. Это говорит о очень глубоких и серьезных проблемах в нашей государственной машине, потому что от судов очень многое зависит, то есть и выполнение Конституции, и всех наших внутренних процессов. На сегодняшний день я полагаю, что большая концентрация власти стоит именно в судах. То есть любое решение они могут изменить, трактовать Конституцию как хотят. Могу сказать, что я двух уже судей услышал, одного прокурора, что нет в Литве на свободы слова абсолютной у нас ограничений, хотя в Конституции такого не написано. Но тем не менее, а судьи кто, как говорится. И говоря о планах о будущем, конечно, учитывая такую поддержку населения, которое сейчас испытало, не только русских, литовцев очень много с разных регионов писали письма, поддерживают, потому что сегодня нет таких политических деятелей на нашей, к сожалению, арене политической, которые бы четко так высказывали вот позицию по нашей истории, послевоенной истории. Могу сказать, что погибло очень большое количество мирных жителей в Литве, к сожалению. Эти жители сегодня подвержены забвению, их никто не вспоминает. Я вот принес даже сегодня вот книгу, хочу Татьяне Аркадьевне подарить. Вот, это список жертв партизанского террора. Это список всех мирных жителей, которые были убиты руками вот этих лесных братьев. Здесь нет ни одного военного, здесь колхозники, учителя, дети. Вот. То, что сегодняшние власти пытаются скрыть, не показать, могу сказать, что это книга изъята из обращения, я купил у автора, которого тоже Пойлас Маселёнис, он издал в 2011 году, пока архивы не были закрыты. Здесь, возможно, не полный список. Но, тем не менее, я хочу, чтобы подарить Татьяне Аркадьевне, чтобы все-таки белое оставалось белое, черное – черное, чтобы не искажали нашу историю, и, может, в Европарламенте говорили бы правду бы. И я считаю, что, имея эту книгу, Татьяна Аркадьевна может показать, что это не просто слова, это конкретные судьбы людей, своей истории, что они погибли. Это мирные люди. И говоря о будущем, конечно, есть планы о увеличении, о даже создании нового проекта политической партии, в которую мы, надеюсь, примем участие в ближайших выборах в Сейм и займем достойное место на политической арене, потому что действительно поддержка сейчас огромная.